Я разницы не чувствую. Как мы узнаем? Ты не сдох. Нет. Счет не убил. Не помогло. Заклятие еще действует. Эй, прислуга, твой отец, как его имя? Твой папаша Уильям Торнер? Нет. Где его дитя? Где тот, кто отплыл из Англии 10 лет назад? В чьих жилах течет кровь Торнера? Где? Эй, вы! А? Вы совершили ошибку. Нет! У нее был медальон, и по возрасту она подходит. Она сказала, ее фамилия Тёртер. Видать, наврала. Ты поверил ей на слово! Я не желаю слышать эту дурь из уст вам подобных, мистер Твик. Разве он не прав? Это только из-за тебя у нас тут все сорвалось. Это ты утопил Билла Тёрнера! И это ты привел нас сюда в первый раз. Может, кто из вас посмеет бросить мне вызов? Перережем лгунье горло и прольем ее кровь. Вдруг сгодится. Да. Медальон! Он у нее! Заверился в неблагодарное! Жалкое отребье! Звезды пропали! Все ищем! Ну! Шевелитесь, пиздец! Искать звезды! Ты! Ты вроде бы сдох! А разве нет? Парли... Парлалентюль... Парли ми поршни поршни пор... Парла парла... Ментёр? Да, парла ментёр. Переговоры. Дьявол, забери тех, кто выдумал переговоры. То есть всех французов?